Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что у нас есть с вами такая перспектива через Божье Слово молиться и творить чудеса, потому что Господь свое Слово поставил выше других имен, и у нас есть основания для молитвы. И сегодня мы молимся 5 стихом 41 главы. «Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись». Для меня этот стих очень значим, потому что если люди начинают сближаться, а не отдаляться друг от друга, то тогда ужаснутся острова, тогда ужаснутся все те, которые претендовали на какую-то глобализацию и ультраглобализацию. Все это ужаснется, потому что разделение – это дьявольский путь, а Божий – соединение. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что сблизились и сошлись те, которых пытались разделять. И мы принимаем от Тебя сейчас единство в народе, мы принимаем единство в семьях, мы принимаем единство в государственной среде, чтобы ценности Твои подняли на флаг, чтобы в этих ценностях проявилась Твоя могущественная рука. Я очень благодарна Тебе, что когда мы выбираем Твой путь, то там выходят Твои возможности. И эти возможности начинают покрывать наши головы. Не потому, что мы во всем правы, а потому, что мы встали под Твой покров. И для нас это значимо. И я благодарю Тебя, что тот текст, который я прочитала, увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Независимо от того, как далеко или надолго отделялись люди, но начинают трепетать концы земли, когда они сблизились и сошлись. И я благословляю сейчас, чтобы ты привлек твоим светом, твоей мудростью те сердца, которые приведут в трепет концы земли. Слава тебе, потому что мы на тебя уповаем, мы на тебя надеемся и к тебе прибегаем в своей молитве и молитве согласия с людьми разными, населяющими эту землю. И ты тот, который вышел впереди нас. Слава тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.